Ситуация на дорогах Уссурийска из-за снегопада и сильного ветра резко ухудшилась. На помощь водителям вышла бригада спецтехники. Задействовано 24 единицы, которые трудятся по всему городу. КАМАЗы и тракторы делают все возможное, чтобы трассы были доступны для проезда. Город разделен на так называемые карты. На участках работает разная техника. Так, в районе улицы Ленинградской полотно посыпают песко-солевой смесью. Соль вступает в реакцию с водой, снег тает. Таким образом, вероятность наката понижается, а из-за песка дорога не скользит. Они сметают, подсыпают, песко-солевая начинает работать, ее начинают опять сметать. И так вот повторяется цикл этот. У нас в основном сейчас центр задействован. Район водоканала, 5-6 километр, ну и так поселок. В районе 5 километра трудятся тракторы, едут колонной друг за другом. У каждой машины есть специальное оборудование. Впереди отвал, сзади большая щетка. Водители таких машин двигаются медленно, максимум 18 километров в час. Делается это, чтобы максимально счистить слой снега, достать до асфальта. Да, очень сложно по одной простой причине, потому что в основном это касается узких дорог, где припаркованы машины. Хотелось бы максимально все это очистить, приходится близко к машинам подъезжать, ну и всегда есть вероятность кого-то зацепить. К снегопаду были готовы. Основная чистка дорог начнется ночью. В темное время суток на дороге выйдут 6 грейдеров, которые также будут работать на основных участках города. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс.